вообще кто такой? Ты откуда здесь взялся-то? Тебя кто звал сюда, балаболка? Это самый что ни на есть выдающийся тип русского батюшки. И первый священник для нашей миссии. Не получимся ли мы предателями Родины? Русские же мы. Народу нашему под немцам совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без божьего утешения? Вот какое у тебя тут кино. Не любовь здесь была. Первая. В общем, да или нет? У меня другой жених есть. Милиционер этот? Да врешь ты все. Нет тебе никакого жениха. Потому что так, как я, тебя ни один человек не полюбит. Пришли немцы и убили ее. Ты никак убить меня хочешь? А я не знаю. Пока. Вот гляжу я на тебя, батек, и удивляюсь. Вроде бы ты за немцев, а вроде бы и не за немцев. Ты бы определился, за кого ты. Красные вернутся, нас с тобой на одном суку повесят. Они изменники Родины и убийцы бессвятых людей! Все, игры закончились. Иван Федорович! Не смей! Не смотри! Отец Александр! Не смотри! Он подтолкнул, понимаешь? Подтолкнул. Пришла пора платить по счетам. Не боишься смерти? Боюсь. Нас убивать идут! Свет гаси. Да погоди, стоять!